основание, которое открывается. Ну, то есть зимой здесь температура... Минус 15, минус 16 градусов. И они нормально, и они себя прекрасно чувствуют. А вот сейчас здесь есть, вы видели, спинатри. По новой клетке расставляется на руки. Пугливый, да? Должны лежать в боксы. Мы специально не сидели в салон, здесь уже приезд, выстрелили. Пока грязь здесь не разгонится, начинает лезть. Октябрьский район. Немножко сухой, достаточно близко к Челябинску. Но тем не менее для сельского хозяйства он абсолютно пригоден. Вот. Значит, в Октябрьском районе у нас нет железной дороги, но она, может быть, здесь и не нужна. Здесь у нас одна из самых крупных молочных ферм. Сейчас вот эта ферма производит 40 тонн молока в сутки. Надой на одну корову приблизительно в этом году будет 8,5 тонн. Да? 8,5 тысяч литров на одну корову. Это самый высокий показатель по области, и он будет расти. Порода привезена из Америки в январе месяце, голштины. Вот еще второй доильный зал. Вообще доильный зал стоит около... вот такой мощности дайный зал стоит около 40 миллионов рублей полностью с оборудованием. И довести объем производства молока вот на вот этой площадке до 60 тонн в сутки. Это объем производства, я вам скажу, крупного молокозавода. И все это производится здесь, в Октябрьском районе. Значит, практически полностью себя хозяйство обеспечивает кормами. В этом году вот посеяли сои, мы смотрели урожай сои. Также в обработке находится у хозяйства 27 тысяч гектар земли. Это достаточно крупное хозяйство. Вот. И пшеницу практически не растят, потому что она недостаточно рентабельная культура. Намного выгоднее сейчас растить сою, потому что соя у нас в основном привозная, поэтому она дорогая. Но даже не только привозная, но основные посевы сои находятся на юге России и в Амурской области. В Амурской области в этом году там затопило. Там соя стоит по 12 рублей за килограмм, да, по 12 тысяч за тонну. Соответственно, у нас здесь только соевый шрот в прошлом году продавался по 30 тысяч. Если его здесь самим растить, то получается просто в 3-4 раза дешевле. Даже если урожайность не очень высокая.